морских млекопитающих, прежде всего для белого медведя, основную угрозу представляет потепление климата и связано с ним изменение в ледовом покрове. Ледовый покров отступает все далее к приполюсным районам, а это глубоководные районы менее благоприятны для добычи основных видов жертв белого медведя. Это накладывает дополнительный стресс на это животное. И, конечно, для ряда других морских млекопитающих, например, для кольчатых нерв, потепление климата и изменение в ледовом покрове также представляет одну из основных угроз. Но помимо этого, конечно, деятельность человека неизбежно будет вести к такому мощному воздействию на популяции морских млекопитающих белого медведя. Это прежде всего, конечно,